Salutan karaj amikoj, tak kak ja uču jazyk Esperanto. Uču jego na sajte lernu.net. Вбиваете в Яндексе хоть и русскими буквами Lernu, и вот он вам выдаст многоязычный сайт для изучения. Переходим. Стартовая страница, да, что такое Esperanto, но вы уже люди продвинутые знаете, что это такое, значит, переходим дальше. Собственно, курс. Значит, чем он мне нравится, этот курс? То есть, построен в таком в игровом типе. Вот, типа первый урок, да, то есть, пока вы не изучите, то есть, не наберете необходимые 130 баллов. Ну, там не обязательно, конечно, полностью 130, то есть определенный проходной балл. Вам не откроется следующий урок. Да? То есть, соответственно, такая определенная мотивация, да, то есть интерес. То есть здесь такой достаточно интересный сюжет, да, к пареньку из будущего попадает, типа он сам. И будущее его приглашает, и вот они там будущее изучают. Вот. Ну, мне, по крайней мере, понравилась подача. Дальше, значит, ну, собственно, чтобы изучать, нужно войти. Итак, я вошел, и вот мне открылось первое задание. То есть сначала можно Filippo sidas en ĉambro. En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, vestoŝranko kaj librobreto. Дальше. На первых порах пока не интересно, наводим на предложение, он дает перевод. Да? А причем можно конкретное слово посмотреть, несколько значений. Вот. Соответственно, ну, так как я не первый день уже занимаюсь, то вот видите, сколько я уже изучил, да, то есть уроков прошел модулей. Вот сейчас я нахожусь на 19-м уроке, то есть, ну, больше половины из 26. Больше половины прошел. Кроме того, в чем еще одна фишка, можно выбрать, например, другой язык, например, английский на 100% на нем, да? И, ну, то, что я, например, планирую на будущее, когда до 26 урока дойду, заново пройти уже как бы плюс с английским, да? Либо же можно, например, так как английский я уже знаю, да, то есть, чтобы не забывать английский, да, то есть учить, соответственно, английский повторять, новый язык учить, да? Вот таким образом можно, например, использовать. Вот то, что мне предстоит сегодня изучить. Также есть испанский, но, правда, не на 100%. И, ну, я смотрю свои языки рабочие. Так, французский, только что-то я здесь не вижу. Ну, вот, то есть италий... А, вот французский на 100%. Пожалуйста. Вот таким образом я изучаю эсперанто.